Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня сделаем такую необычную коробочку с двумя отделениями. Сюда можно положить что-то. Берем квадратный лист бумаги, цветной односторонний. И давайте начнем. Эту линию закладываем на эту линию. Складываем лист пополам. Наведем линию сгиба. Разворачиваем, делаем то же самое. Эту линию на эту линию. Складываем пополам, наведем линию, переворачиваем лист на другую сторону, этот угол закладываем на этот угол, этот угол на этот угол. И теперь собираем обычный треугольник, стандартная заготовочка. Вот таким образом получается. Этот уголок мы закладываем на эту точку, но мы не проглаживаем, а нам необходимо найти точечку. Вот наша точечка. Этот уголок закладываем на эту точку. Находим еще одну точечку. И эту точку, на эту точку закладываем этот уголочек. Проглаживаем, наведем линию, раскрываем нашу заготовочку и эту линию еще раз пальцами дадим направление, загнем ее с одной стороны, с другой, еще разочек. И последний раз. Эту линию мы закладываем на эту линию к центру. Проглаживаем. Эту линию к центру. Раскрываем, наведем линию, раскрываем, наведем линию еще одну. Эту линию мы закладываем к этой линии. Проглаживаем, проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны, эту линию к этой линии. Проглаживаем, проглаживаем. Переворачиваем заготовку на другую сторону. Эту линию мы закладываем к центру. Проглаживаем. Эту линию к центру. Проглаживаем. Переворачиваем на другую сторону. По этой линии мы загибаем вперед. Проглаживаем. То же самое делаем с другой стороны. Такая у нас заготовочка получается. Формируем коробочку. Для этого мы загибаем вовнутрь. Толкаем вперед. Потихонечку. Вот таким образом. У нас формируется коробочка. Эту часть мы закладываем вовнутрь.
подравниваем. Подравниваем. По вот этой линии мы загибаем. С другой стороны то же самое. По этой линии мы загибаем. С другой стороны то же самое. Раскрываем и расправляем коробочку. Придаем ей более ровненькую форму. Вот и получилась у нас такая коробочка. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем коробочку на ножках. Делается легко.